Патриотическое граффити на улице маршала Бирюзова в Одинцово, пострадавшие от рук вандалов, заново нарисуют ко Дню Победы. В течение месяца изображение трижды портили белой краской. Восстановить его уже не представлялось возможным. Управляющей компании пришлось просто покрасить стену. Но фасад дома не останется серым. Как только найдут художника для создания новой работы, граффити появится вновь.